Всем привет, дорогие друзья! С вами погнали Let's Play. Мы продолжаем проходить игру «Как достать соседа», консольная версия. Погнали! У нас уровень субмарина. Что же, сосед приехал в Китай, получается, по программе круиза. Ольга... Учитывая, что они пошли играть, с этого на пляж. Это трейлер... ее сын, получается, и он играет с игрушкой этой субаидой. Родвейлер пьет пиво, ну и считает, что все там типа вокруг круто, он считает. Но Вуди не собирается его оставлять. Конечно. И сейчас мы его проучим. Этого нашего соседа. Чтобы ему не казалось, что там все отлично. Neighbors from hell in submarine. Уровень начинается. Давайте обшаем мусорку. То, что в мусоре покопаться и туда полезно. Вот мы там нашли плавник. И я уж даже знаю, куда можно его присобачить. О, кстати, это я помню, что в ПК-версии ракет не было этих. Ракеты, они же были в другом уровне. ПК-версия. Ну-ка, дробопила, отдай-ка нам свою голову. Спасибо. Крабик, ну-ка иди сюда. Сейчас мы крабика будем доставать. Сахарным тростником. Ну-ка. Крабик, давай, иди сюда. Так. Сейчас быстренько берем эту веревку. Я знаю, что сейчас мы еще заранее сделаем вот это. Плавник акули вот сюда. Потому что я думаю, нас за такую постановку сцены с участием акул нас провозгласят, я думаю, китайским Стивеном Спилбергом после такого. Сейчас давайте понаблюдаем, что наша девушка делает. Ха, ракета пошла. Значит, он спускает ракеты. А мы пока что стоим тут. Я краба пока что не уложу. Вы сейчас сами поймете, почему я сейчас этого не делаю. Вот теперь можно. Валим. Просто вот видите этот индикатор, видите? Короче, это получается, если его этот индикатор истечет, то тогда. Тогда крабик просто-напросто убежит из этого холодильника. Иду стену, бесплатный маникюр не сделает. Потому что тут все совсем по-другому. Здесь никак в ПК-версии. Это когда вот... Что вот... Положил краба и все, и он там лежит все время. Нет. Ибо еще вот один единственный уровень, где будет такое... Будет еще довольно-таки много уровней. Ну а тем временем наш соседушка пошел купаться и видит там акулу. Нет, пожалуйста, не ешь меня, не ешь. О, так это что? Ты что, игрушка что ли? Да кто такую хрень вытворяет, а? Кто так шутит? Быстро. Так вот, и вот таких вот уровней с таким индикатором их будет еще довольно-таки много. Потому что, допустим, в том же уровне брать прогон, когда нужно будет взять тележку измазать этим жиром, то тогда тоже этот жир, он тоже со временем расставает. Ну а тем временем наш соседушка только что вернулся из бесплатного дайвинга с рыбами, угаями электрическими. Ну и он решил, что ему адреналина мало, и решил полететь в космос. Наш соседушка, ну, счастливого полета, теперь ротвейлер. А он уже долетел.
И обратно на землю вернулся. Вместе с птичками. Ну а как же теперь у меня голова болит после такого полета? Ай, старовод я какой-то. Уже я очень старый для таких полетов. Очень. Вот так вот, мы прошли уровень на золотую медальку. Вот, кстати, это что же еще одно отличие от ПК-версии, то что в ПК-версии были статуэтки, да и то они, по-моему, были только во второй части. Вот. А не, они в первой, я помню, они тоже были, но в первой мы их получаем только тогда, когда проходили полностью весь сезон. Вот. А во второй части мы их получали за каждый уровень. А здесь вот не статуэтки, здесь медали. Но медали тоже хорошо. И что же, я так понимаю, что в следующем уровне наш сосед будет подниматься на подиум. И мы, естественно, с этого подиума его туда скинем. Однако сделаем это уже в следующей серии, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. С вами был канал. Всем удачи и пока-пока.